Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает о предоставлении единовременной социальной выплаты детям-инвалидам школьного возраста на приобретение компьютерной техники в размере 40 тысяч рублей. Информацию о том, какие документы нужны для постановки в очередь, можно посмотреть в карточках. В телеграм-канале департамента размещен список документов, которые нужно предоставить для получения выплаты. Администрация Самарского района сообщает о том, что состоялось заседание общественного совета микрорайона номер 9 Вознесенский, в котором принял участие заместитель председателя Думы городского округа Самары Сергей Рязанов. Темами для обсуждения стали достижения региона и района за последние 6 лет, участие жителей в проектах, помогающих в развитии благоустройства территории района, таких как губернаторский проект «Содействие», федеральная программа «Комфортная городская среда», районный конкурс «Твой конструктор двора», перспективы дальнейшего развития. В рамках заседания жителям микрорайоны рассказали о предстоящих выборах президента Российской Федерации, о возможностях системы «Мобильный избиратель», проведении 3 дней голосования с 15 по 17 марта. Администрация Красноглинского района в своей традиционной рубрике «С заботой о здоровье» сообщает, что молоко не главный источник кальция. Диетологи называют 4 продукта, в которых его содержится больше. Сыр. Всего в 100 граммах пармезана содержится 1300 миллиграмм кальция, примерно на треть больше суточной нормы. Этот продукт богат белком и витамином D. Кунжут. Семена кунжута лидируют по содержанию кальция среди растительных продуктов. 780 миллиграмм на 100 граммов. Врачи рекомендуют добавлять немного кунжута в овощные салаты или выпечку. Атлантические сардины. В 100 граммах этого продукта содержится 380 миллиграмм кальция. Консервированные сардины. Источник омега-3 и омега-6. Эти элементы обладают противовоспалительными свойствами и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Соевые бобы, фасоль и нут. Эти продукты содержат от 240 до 194 миллиграмм кальция на 100 граммов. Они являются источником растительного белка, железа, цинка и калия.